Вот, я захожу, видите, на замок. Вот они, это они, по-моему, его специально сняли. Видите? Вот, вот он, я захожу. Вот он, первый этаж. Вот он идет второй. Видите, здесь уже кошка сидит. Поднимаемся на второй этаж. Вот видите, тут бумага, это они заклеили, чтобы их кошки не падали специально. Вот. Видите, двери ободраны. Это все кошки обдирают. Вот видите, одна сидит. Вот вам, пожалуйста, третий. Видите, что здесь происходит? Вот. Видите, сколько здесь много. Ну, как бы вот так вот обстоит обстановка у нас в подъезде. Я думаю, вы сами все понимаете. Нет, я хотел оттуда и сюда. Ну вот, смотрите, вот они здесь вот столько вот, в общем, все. Ну вот они, короче. Итак, мы в Стремилово, жилой дом, где в подъезде живет очень много кошек. Соответственно, люди начали жаловаться, знаете, залезли все двери. Тома, хороший, привет! Не бойся, не бойся. Запах, конечно, имеется. Красавчик. Привет, ребята. Привет. Подожди, Парвиз. Давайте не кричите там, тихо. Здравствуйте. Это вы кормите их? Да. Кто кидали подкидывает? Они стерильные? Что никто не стерильный, да? Нет, есть. Есть.
Вот это мало. Она не дает, что лучше это. Вот это сильная. Вон так. Вот тот побежал, этот кот, он был сожженный, там не знаю, какую. Так, это первая кошка с этого подъезда. Держи ее. Сколько здесь еще? 4-5 кошек здесь, да, по-моему? Нет. 6, да, вот это? 6 кошек всего, да? Так, вот у нас 5, да? 5 кошек, одну уже вытащили. Кошечки относительно здоровые. Так, еще одна переноска. 6 кошечек тут, да? Ну, тут не хорошие. 6 штук. Так, одна из них здесь беременна, сейчас мы ее достанем. Так, вот здесь часть кошек, пока их не видно, сейчас мы откроем. Будем посмотреть, вынимать. Вот часть кошек. Сейчас будем по очереди всех вынимать и считать.